Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы подписались на канал и поставили лайк под ролик, ведь ежедневно мы стараемся только для вас. Спасибо, а мы начинаем. Сегодня стало известно о печальном событии в мультипликационной сфере. На 86 году жизни этот мир покинул Владимир Шифронюк. Знаменитый художник-конструктор кукол подарил советскому и российскому зрителю мультики о Незнайке. Знаменитость также поучаствовал в создании полюбившегося миллионам мультфильма «Волшебник изумрудного города». Конструктор кукол ушел из жизни у себя в квартире, передает телеканал РЕН-ТВ. Владимир Алексеевич родился 14 февраля 1935 года, образование будущий известный художник получил в столичном инженерно-физическом институте. В период с 1964 по 1967 годы творил на киностудии «Союзмультфильм». Спасибо за просмотр, пишите свое мнение об этом в комментарии. Если хотите видеть главные новости каждый день первым, подписывайтесь на канал и не забывайте нажать на колокольчик. До встречи!